одне з таких висловлень Кличка, не кожен може дивитись завтрашній день, але у мене це виходить. Паниковать не надо, не сейте панику. Сегодняшняя утренняя атака на Москву, она, как я понимаю, до сих пор продолжается. Потому что мы не можем. Что мы слабые. Ну... И все ближе и ближе. Первый был вон там. Кто не понял вообще, что произошло. Просто было слышно жужжание. Взрыв. Удар. Не взрыв, удар. Два хлопка. Three, two, one! Вот прикинь, международному гуманитарному праву расположилось в жилых кварталах. Система противовоздушной обороны в итоге стала причиной попадания. Боже, яке кончене! Мне так похуй, что даже неудобно.